Всем салам алейкум. Давно не виделись с вами, друзья. Меня зовут Обек Зухуров. Со мной сегодня мой друг, великолепный рыболов, большой знаток восточной кухни Дмитрий Ганин. Сегодня мы в очередной раз, как сказать, не в очередной, но первый раз в году выехали на разведку, на рыбалочку. Узнать. Говорят, сезон открылся, поэтому решили проверить все, узнать, попробовать новые прикормки, попробовать новые удилища. А так об остальном мы все вам расскажем. Если поклевки будут, рыба пойдет, в конце нашей программы мы скажем, где мы находимся, правильно? Секретное озеро. Да, и оставим геолокацию, где точно рыба идет. Конечно. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Мы сегодня решили с Димой попробовать половить на прикормку, на фидерное удилище. Как получится, посмотрим. Как получится. Разведем. Мне отправили как раз вот снасть из Расси. Прикормка от нашей коллеги. Попробуем сегодня. Да, попробуем сегодня на эту прикормку. И попробуем на нашу прикормку. Да, Дима будет пробовать на местную. Правильно? Да, как это она... местное производство. Я не знаю, чья компания, кто его выпускает. Чтобы не рекламировать, мы его не будем показывать вам. А это мы будем показывать, потому что это, считай, наша диалоговская прикормка. Вообще, ходит молва, что якобы на российскую прикормку, она, то есть в Узбекистане не работает. Дим, мы сегодня испытаем, посмотрим, какой у нас сазан. Привередливый, непривередливый, на что он клюет. И плотвичка как раз. И плотвичка. Мы сегодня испытаем. Шимайка. Шимайка, да. Посмотрим, как оно. Ребят, это будет честный обзор. Мы не хотим ничего как-то кого-то, правильно, чтобы там никто нам за это не заплатил, что мы его зарекламировали. Правильно, Дим? Посмотрим. Да, посмотрим, что с этого получится. Начнем тогда. Тогда ты будешь на это, я буду на местном прикормке рыбачить, а я попробую. Ты попробуешь на российскую прикормку. Ой, Бек, такой тебе интересный вопрос. Ты никогда не ловил на фидерную? Кажется, поклевка, Дима. Хороший ничего. Сазан хорошо дернет. Хорошо дернет. Да, так что мы пока обсудим. Никогда ты фидерной рыбалкой не занимался? Да, это у меня первый раз. И я хотел тебя спросить, на какую удочку, удилище ты собираешься ловить? Короче, Дима, мне подарили вот удилище фидерное. Я его, честно говоря, держу первый раз в руках. Шимана Катана, кажется, да? Кажется, да. Я в этом деле еще, честно говоря, я не спортсмен рыболов, я не профессионал. Я как и ты, любитель. Я люблю отдыхать на рыбалке. Вот, так что это удилище держу первый раз в руке. Что сказать? Про катушку. Катушка это, кстати, она новая еще, видишь? Вот. Да, она еще новая у тебя, но она, походу, песит для дальнего запроса. Ты знаешь, она вообще-то карповая, у меня другого не было. Вот, я поэтому и говорю, она для дальнего запроса. У меня другого не было, Дим. Очень мощная такая катушечка. Знаешь, я отдельно хочу поблагодарить за эту катушку свою коллегу, хорошего моего друга,
большой буквы человека. Это ведущий канала «Диалоги о рыбалке» Евгений Кузнецова. Его проект как раз «Рыбалка у каждого своя», если ты помнишь, ты смотрел, да, ты да, вышел. Да, он мне подарил эту катушку, кстати. Жень, большое спасибо тебе за эту катушку. Она поет вообще шикарно. Я на него как раз этих, как его, тасолобиков вытаскивал, да, в прошлом году. Обмыл ты ее. Обмыл я его, да. Жень, спасибо огромное, дружище. Вот. А палку тоже подарили, не буду говорить кто. А за прикормку хочу поблагодарить Сайдашу, которую мне отправили эту прикормку. Но мы сегодня привезла, да, да. Мы ее очень хорошо сегодня испытаем. Посмотрим, как и что на нее идет. Ребят, какие не были результаты, вы это все увидите. Правильно? Точно. Тогда начнем, не будем тратить время, Дима. Мы все вам покажем. Расскажем. Расскажем, покажем. Погнали. Улов тоже покажем. Мы приехали, тем более, не на одни сутки, получится, останемся на двое суток. Так что у нас все впереди. Если рыба пойдет, останется на вторые сутки. Поклевка, кажется, там что-то... Сигнализатор уже работает. Давай-ка не будем тратить время. Да, мы сейчас прерываемся, а дальше мы вам все покажем. Нет, это ничего. А что это, ветер, что ли, был, он так делал, бля? Ну, есть чуть-чуть. Осадки, бля. Да, осадки есть чуть-чуть. Нормально. Я много делать не буду, давай пока половинку сделаем. Кто-то сидит там, кажется, мелочь какая-то, что-то. Кого утопить? Вот смотри, на бакушке сидит. Своими ногами за лингуш пришел. Сейчас Дима здесь. Дима, давай, Дима, очень хорошенько баранину приготовим. Он на опушке сидит, видишь, смотрит, наблюдает. Кто? Пастух? Ничего страшного. Ребят, пока прикормка с Настей, здрасте, впереди 1-0, первая рыбка наша, опа. Но мы его отпустим. Пускай растет. Ну, хорошенький такой.
Караси тоже есть здесь? Ну, еще первый раз сейчас вот у меня. Караси здесь тоже есть, братан? Смотри, какой белый. Ну, как типа сазан, да? Ну, давай ложимся как раз. Покажи. Вот. Нормально будет? Караси? Может быть, но он большой, честно говоря. Заслужи лучше. Точно. Давай я его лучше. Идет? Иди к лапочке, скажи. Что это? Отлично. Короче, сиди, балуйся этим, я пошел дальше на хищник. Мне уже надоело это вот мелочь, блин. Да, покрупнее покажу. Вот наша шмаечка какая красивая. Подожди, мы сейчас себя отпустим. Ну, поглотнул глубоко. Сейчас вытащим. Шохмари, да? Ди? Да. Кстати, самая вкусная рыбка, да? Консервы вкусные, жарюка вкусная. Куда его жарить-то, одни кости? Нет, ты что? Сухарики, чипсы. Прикормка бьет рекорды. Сейчас вот поклевка была у Димки. Короче, кроме мелочи у нас сегодня ничего нету, да, Дим? Да, пока нет. Это уже на нашу, да, узбекскую прикормку? Местную. Есть? Вот. А что у нас? Это пластичка, кажется? Короче, ребят, кроме мелочи, пока ничего не клюет. Не, ничего нет. Нет ничего? А уже, наверное, закидывать не будем. Уже толку нет. Будем экономить червей? Да, будем экономить червей. Ну что, ребят, давайте подведем итоги, да, сегодняшнего дня насчет наших фидерных прикормов. Снасти здрасте, и второй, мы не будем говорить, это наше производство. Каково у тебя впечатление? Как она сработали тебя... практически одинаково. Одинаково, да. Первые две попались сперва на мою, да, мне. Себе. А потом... Я думал, лучше, нет, а потом пошла. Поклевки произошли, ну, через 7-10 секунд практически шли поклевки. Да. Но потом мы уже остановились. Не стали ловить мелочь. Да, как-то не, это не наше, да, как-то. Но это не наша мелочь. Лично мне конечно, она не понравилась, да. Прикольно, но крупную ловить рыбу, конечно, интересно. Рыбалка у каждого своя. Точно. Поэтому я думаю, есть любители, кому это нравится. А мы сегодня первый раз вот с Димой попробовали, но это не наше, да, Дим? Но прикольно. Рыбалка у нас продолжается? Конечно.
Еще вся ночь впереди. Еще вся ночь впереди, так что мы не прощаемся. Продолжаем рыбачить. Вот, ребята, утренняя поклевка на нашу узбекскую приконку. Шамайка, да? Да, шамайка. Да, вот шамайка. Шамайка. Шохмаи на персидском, да? Да. Ночью очень сильный ветер поднялся. Поэтому клев прекратился. Но под утро ночью вытащили судачка одного. На грамм 400, наверное. Давай лучше правду скажем, мы спали все. Да, мы спали, ветер поднялся сильный очень. Поужинали и уснули все. И уснули. И ночью на моем... Удочку? Удочку, да. На резку попался судачок. Покажем его тоже? Да, не крупный. Не крупный, но... Возьми его, блядь. А там еще сазан, да, у тебя? Да, сазанчик еще вытащил я утречком. Не крупный, но... Короче, мы его хотели отпустить, но он уже мертвый, да? Вот да. Посмотрели. Но мы его на жарюху используем. Прошлой ночью, то что ловили, попались два судачка. Ну, один кило, один где-то грамм 600. И мы решили вот их сегодня зажарить. Зажарим их, а потом чесночком, лучком подадим на стол. На природе это лучше всего, когда в казане кипящее масло, свежий воздух, жареная рыбка. Что, ребята, вот итог двухдневной нашей рыбалки. Была поклевка в 4 часа утра. Одну не смогли реализовать, это вторая. Вот поставим точку, наверное, на этом. Наверное, на килограмма, на троечку потянет, да? Снять мы это все не смогли, так как все спали. А вот утечкам пришлось вам показать вот этот вот.